Территориальный отдел Роспотребнадзора в Конаковском районе провел 318 мероприятий по надзору в сфере защиты прав населения и 253 внеплановых проверок. По сравнению с 2016 годом это в 2,5 раза больше. Значительный рост внеплановых проверок был обусловлен увеличением поручений правительства и президента Российской Федерации о проведении надзора в приоритетных направлениях в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. В первую очередь проведены внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной и мясной продукции, спиртосодержащих жидкостей, продукции легкой промышленности, алкогольной продукции. Что касается плановых проверок, то они проводились в основном субъектов муниципальной и государственной собственности. В 2017 году была приостановлена деятельность 16 объектов, предоставляющих угрозу жизни, здоровью граждан и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Это незаконное осуществление деятельности летних лагерей, объекты здравоохранения, образования, торговли. По результатам проверок возбуждено 273 дела об административном правонарушении, проверено 30, применено 35 составов Кодекса об административных правонарушениях, что является одним из лучших показателей по Тверской области. Во всех случаях по фактам выявления нарушений возбуждались дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных территориальным отделом и судами штрафов снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 2 252 000 рублей. Процент вынесенных предупреждений составил 56% от числа составленных протоколов. Также территориальный отдел Роспотребнадзора в рамках имеющихся полномочий подает исковые заявления в защиту прав конкретных потребителей и регулярно вступают в судебные процессы по искам граждан, связанных с защитой их потребительских прав. В 2017 году было подано 7 исков в защиту нарушений прав потребителей. Все исковые заявления были удовлетворены судами Конаковского района. Присуждено денежных средств в пользу потребителей более 1 000 000 рублей. Компенсация морального вреда составила 21 тысячу рублей. По искам потребителей на нарушениях их прав при приобретении товаров и оказании услуг территориальным отделам в порядке статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации было подано 12 правовых заключений по делу. 75% решений было вынесено в пользу потребителей. В 2018 году будет продолжено проведение внеплановых проверок по поручениям правительства и президента Российской Федерации о проведении надзора объектов, реализующих алкогольную и мясную продукцию. Итоги инноваций в деятельности территориального отдела будут информироваться в средствах массовой информации.